Будем сотрудничать. Соглашение заключили правительство Ямала и Омской области. Соответствующий документ подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Омской области Александр Бурков. Стороны обсудили организацию поставок продукции Омского агропромышленного комплекса в наш округ, сотрудничество в сфере промышленности и строительства, развитие транспортных связей. Хочется, чтобы омские предприятия приходили к нам на Ямал. Нам много что нужно. У нас территория достаточно сложная, у нас нет своего сельхозпроизводства, у нас достаточно ограниченное промышленное производство. И надо, чтобы вот эти экономические связи между нашими регионами росли. Также договорились о развитии воздушного сообщения. У нас уже сегодня два направления достаточно активно развиваются. Это Омск-Новый Уренгой. Омск-Салехард, мы говорим об увеличении пассажиропотока между этими аэропортами и, возможно, уже запуска новых направлений в города Малнинецкого автономного округа. Экономическое взаимодействие между регионами было налажено еще в период освоения Крайнего Севера. С Ямала в Омскую область поставляют нефть, рыбу и рыбные продукты. Омские промышленники возят в арктический регион нефтехимическую продукцию, заинтересованы в организации комплексных поставок ямальским предприятиям грузоподъемного, котельного, электрического оборудования, приборов учета ресурсов, систем связи. Также есть планы по расширению поставок на Ямал молочной и мясной продукции, муки и других продуктов пищевой промышленности.